Я вообще один в кадре буду? Конечно. Класс. Это не я, меня втянули. В подъезде трое смотрели импровизацию, я просто там провонялась, их запах. Арсений, вы не подходите на роль Арсения. Мы ничего не успели посмотреть. Но я раскрою секрет, я в Новосибирске был много раз. Я все, что мы сегодня посмотрели, уже видел 100 раз. На самом деле было бы здорово, если бы был какой-то с нами гид. Мне нечего еще пока людям сказать. Я, может быть, какие-то небольшие советы путешественникам. Я бы рассказал, как реально почти бесплатно пожить в этих городах. Или как реально найти прикольные места. Ну и, конечно, я бы вот что-то бы про Россию рассказал. Про те города, где я побывал. Невероятная жажда знаний. Нет. Я хочу лечить зубы на расстоянии. Супер Арсений, супер Арсений. Чик, чик. Какой? Во-первых, я актер, и я бы хотел сам себя сыграть. Я бы хотел, чтобы меня сыграл человек, который максимально на меня не похож. Знаете, такой Сережа Матвиенко из импровизации. Если вас кто-то вдруг спросит, чем он отличается от остальных? Энергичней. Энергичнее разговаривать. Это просто потому, что я больше остальных волновался за сценой. Спасибо вам, ребят, за интервью.